У старшеклассников Муховецкой средней школы необычная экскурсия. На этот раз ребят пригласили прямо на учебный полигон предприятия «Брестэнерго». В качестве экскурсоводов – опытные сотрудники Госэнерго, Газнадзора и Брестских электрических сетей. В рамках единого дня безопасности, который традиционно проводится в республике, мы решили провести такое мероприятие, чтобы наглядно показать, какие наиболее распространенные объекты электроэнергетики на территории могут населенных пунктов, там, в сельской местности находиться, какую опасность они представляют собой, ну и провести, так скажем, мероприятие, чтобы объяснить, повысить уровень знаний в вопросах электробезопасности не только за пределами дома, но и даже в быту. Как вырабатывается электрическая энергия? С помощью какого оборудования распределяется и попадает в наши дома? На территорию каких энергетических объектов заходить категорически запрещено? И как безопасно использовать электричество в быту? Об этом, а также о своей деятельности школьникам в простой и увлекательной форме рассказали профессионалы. Мы решили, что все-таки более наглядно и более эффективно будет провести мероприятие вот на таком объекте, где все электросетевые, так скажем, объекты представлены наглядно. На встречу с ребятами на служебном автомобиле и при полной экипировке приехали сотрудники целого пожарно-спасательного отделения Брестского областного управления МЧС. Их задача – проговорить основные аспекты безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. Мы проводим эти мероприятия со школьниками районной школы, 11 классом. Будем по направлению предупреждения пожаров зажигать противень. Дадим им возможность почувствовать себя пожарными, оденем боевую форму одежды спасателя и предоставим огнетушители для тушения условного пожара. Возможность ознакомиться на практике с профессией сотрудника МЧС выпадает не так часто. Увлеченным ребятам представилась возможность примерить настоящую форму и самостоятельно потушить возгорание из порошкового огнетушителя. Теперь, если кто-то из этих юношей и девушек и попадет в непростую ситуацию, то наверняка будет знать, как вести себя правильно и четко. Экскурсия, мне понравилась. Я узнал много нового про электростанцию, про огонь, про как его тушить. В разных экстремальных ситуациях часто люди теряются, не знают, как себя вести, и нужно знать, как действовать в таких ситуациях. И нам объяснили все понятно и показали в деле. Как сделать свою жизнь безопаснее, старшеклассники усвоили. Не исключено, что для кого-то из них этот насыщенный день послужит поводом задуматься о будущей профессии. Ведь находиться на страже безопасности всегда почетно.